Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства и сотрудников известной букмекерской конторы «Росбет». Их обвиняют в организации незаконного игорного бизнеса. Под видом пунктов приема ставок работала сеть подпольных казино. Доход, который они приносили владельцам, оценивается в 100 миллионов рублей. Сотрудники МВД провели обыски по 20 адресам в Москве, а также в Московской, Ярославской и Орловской областях. Задержаны 18 человек, в том числе гендиректор фирмы. Учредитель объявлен в федеральный розыск.